Владимир Путин предложил евреям переезжать в Россию из Европы, которую они все чаще стремятся покинуть из-за нарастающего антисемитизма. Об этом президенту России рассказал президент Европейского еврейского конгресса, международной неправительственной организации, представляющей интересы евреев, проживающих в 42 странах континента. Моше Кантор был приглашен вместе с другими представителями конгресса в Кремль. Положение евреев в Европе сегодня худшее со времени окончания Второй мировой войны. Евреи охвачены страхом и совсем реален новый исход евреев из Европы. Например, из вчера еще благополучной Франции эмиграция больше, чем из Украины, охваченной гражданским конфликтом. Пусть к нам едут, к нам в Советском Союзе выезжали, пусть вернутся. В последнее время в Европе участились нападения на евреев. Недавно в Марселе арабский подросток ранил мачете преподавателя еврейской школы, который шел по улице в кипе. Террористические атаки на еврейские общины происходили также в Тулузе, Брюсселе, Париже, Копенгагене, напомнил Моше Кантор.